Сегодня с Николаем Ивановичем мы ездили в деревню, где находится собака-мамаша с 6 кутятами, уже с 5. Потому что один кутенок, со слов жителей этой деревни, погиб, застрял в трубе. И сегодня 5 часов мы с Николаем Ивановичем бороздили всю деревню, поля, фермы, где они могут обитать. И эта поездка была вынуждена из-за того, что эти животные оказались изгоями. То есть мы пытались даже наладить контакт с жителями этой деревни, чтобы, ну, попросить, чтобы они хотя бы как-то их подкармливали. Потому что это животное, ну, нельзя же так относиться. Ну, хоть дайте, хоть корочку хлеба киньте. Вы понимаете? И с таким равнодушием столкнулись мы, с таким безразличием, что ужасу даешься, просто ужасу. Вот ехали всю дорогу с Николаем Ивановичем, рассуждали о том, что вот, ну куда им деваться, они же голодные. Мы, конечно, во всех местах, где они могли быть, положили еду, воды. Но ситуация все равно будет меняться, наверное, только в худшую сторону. И, скорее всего, сведется к тому, что их просто уничтожат. Ни один из жителей деревни не согласился подкармливать, но, надеемся, оставили свой телефон, надеемся, хоть как-то кто-то поможет, и мы должны забрать этих животных, потому что там им не дадут житья. Вот вам и люди. Люди-человеки, разумные существа. Все копошатся, грядки, огороды, свои дела, машины, коттеджи строят. Но никто не обратит внимания на тех 6 комочков, которые бегают в поисках выживания. Просто выживания. И это самое страшное.